В общем, дубль 2. Установка подготовочного поста. Лебедка не справилась, но нет, значит, будет манипулятор. Выглядит примерно так. Гендальф вернулся с выставки, с Москвы. Вся банда снова в сборе. Господин Гендальф, что вы думаете о происходящем? Я думаю, заебись все получается. Несложно, да. Тем более, Димас там... 8 опор, 8 точек опор. Будет очень качественно держаться. А как выставка прошла? Выставка огонь. Это будет позже, мне кажется. Отчет. Так, вот оно. Вот эта вот часть чуть-чуть выше. Здесь буквально на, не знаю, сантиметра-полтора, наверное. Два салма. Не больше. Но здесь, потому что, наверное, да, вот это чуть-чуть выше, но там не намного. Этот подготовочный пост, ну, в принципе, практически уже все. Секретный гараж в Купчино преображается. Ну так, просто кадр. Все стоит, американцы стоят. BMW говно сантехача. Вертельный номер! Димас, ну реально дюсалей какой-то. Вот такие у вас работники. Вообще, отвязные черти. И это только один из них. Про остальных не знаю. Да. Сейчас, кстати, тяжелая артиллерия еще подтянется. Будет круто. Манипулятор против лебедки. Все? Да? Ну все. Все, нужно. Спасибо. Давай. Удачи вам. Да. Удачи, Валера. Спасибо. Спасибо, старик. Давай, спасибо, пока. Всего хорошего. Ну вот. А вот и... Вот. Вот и висит крыша поста. Ну, конечно, сейчас у нас надо чуть-чуть подровнять еще. Но это не страшно, я думаю. Это уже главное висит, потому что было бы не поднять вручную просто. Да, лебедочка. Вот вы не присутствовали, между прочим, волшебник. Вы в это время, так сказать, наслаждались алкогольными напитками в Сапсане. Ну, как сказать, не то, чтобы наслаждались, это... Все-таки мы поехали для народа, за бейсболками. А слушайте, тут... давайте... Так сказать, отойдем? Да. За наш инстинкт самосохранения давайте выйдем. Хоть и висит, но еще же не до конца все закреплено-то. Вот, поэтому, мне кажется, все замечательно. Нет, очень хорошо. Ну что ж, в ваших глазах чувствуется, что какой-то... Что вы счастливы, короче. Где-то внутри. Глубоко. Очень. Пока очень глубоко. Надо все, когда все будет более-менее. Ну, работы, правда, еще предстоит очень много, но, как видите, секретный гараж преображается буквально вообще на глазах. Вот, тем более сейчас должна подъехать тяжелая артиллерия, да, в лице сантехача. Надеюсь, мы его дождемся. Куда мы денемся? У нас вон BMW-говно стоит. BMW-говно стоит. Надо его... Бейсболки мы еще, кстати, не показали. Бейсболки. Вот сейчас, скоро. Начали так. Так. Ну, огонь, новые проводочки. Новые проводочки поставили, трубочки не смахнули тоже. Ну да, вакуум на этих карбюраторах. Да. Ули. А, кстати, мы с Керосиновичем все спорили. Что тут за карп? Кто производитель? Не знаешь? А вот не знаю, не Дельброк. Не Дельброк? Не Хули, нет? А Хули, почему нет-то? Хули. О, здорово, явились здорово. Кексы. Привет. Здорово. Где вы шаритесь-то вообще? Столько времени. Надо BMW говно починять, а вы тут шаритесь. Где, кстати, сантехач? Сантехач в Гравицапе фановые трубы меняет. Да, крестовины, фановые трубы. А, и то есть мы тут сейчас его BMW говно без сантехача? Ну, такие дела. Да, что, Бьюик сломали, что ли? Ну, почему сломали? Плановое ТО. Ты что? Большой фильтр. Вон, смотри, новый фильтр, новые провода высоковольтные, там вакуумную трубочку поменяли, да. И все это делает волшебник сам.
Лично. Лично. Даже не переодеваясь. Даже не переодеваясь. Это он же волшебник. Волшебник, да. Он не пачкается. Где твоя палочка? Да, кстати. Моя палочка в ситуации. Никак. Короче, в Вольве, блин, в Вольву залазишь. Ну, у меня машинка тут недавно была, короче. Значит, Вольво. Ну, сам знаешь, я там картинки скидывал ВКонтакт, да? Я просто залажу в машину, в Вольво, под мотор. Приехал. И как из-под КамАЗа вылажу в конце дня. Если слышь, субарист, если ты хочешь слазать в Вольво, мы можем устроить тебе такой фетиш. Нет, это чистая Вольво, понимаешь? Она не сломанная даже. Короче, что с БМВ? Я вас жду, я думал, приедет. Ну, пойдем, надо диагностику подключить. Ну, давай, все, что вообще возьмем. Я, понимаешь, я вас жду, понимаешь, живот. Вас жду. Вас. Ты же сам, я взял ткань бильдерский, понимаешь, специально из не сервиса, а ты тут начинаешь. Ну давай, да. Че ты тут козыряешь? Не сервис. Я ничего не козыряю, понимаешь? Это техника. Воу-воу-воу! Ну давай пойдем. Осторожно. Васяныч, а возьми вот там винтель, валяется, принеси, пожалуйста. Без переноски, без. А зачем мне перенос? Субаристы, просто. Просто розетка электрическая. Тебе вот он. Need more power. Да, все, give me power. Вот возьми белый штекер. Белый, спасибо, Вася. Ну или луза для штекера. Спасибо. Я смотрю, а что вы делали-то сегодня, скажите мне? Работали. Нет, ты, кстати... Я трос менял. Натягивал ты трос сцепление. Натянул трос сцепление, скажи мне? Натянул, да. Красавчик. В переносном смысле или в прямом? Дай пять, братиш. Вот, что? В переносном смысле или в прямом он натягивал? В прямом. В прямом натягивал? О, блин, вообще. В прямом и переносном смысле он натягивал. Ну так, как вот эта байда называется? Что это такое? Это что-то доисторическое древнее говно. Не-не-не, это супер крутой компьютер, короче, это даже на Unix еще. Вообще, оно пахнет старостью. Тут диск стоит. Это у тебя гелик пахнет старостью, понимаешь? А это... Диск? А что такое? Супер, это диск, я правильно. А, так так бы и сказал, а то диск. Я бы тебе тоже сказал, что, блин... БМВ, говно. О, контакт пошел. Контакт пошел, да. Как он-то там говорил? Васяныч, Электроинженерия – это... Да. Наука о контактах. Да, наука о контактах. Братиш, смотри, какая. Что там? Что? Я бы очень хотел, чтобы ты подключил аккумулятор. Батарейку, да? Да. Ну, какой-то. Опа! У-у-у. Питание электрическое пошло. Пирамиды красивые. Смотри, как круто, да, все? Че, вот тут все, огонь, все. Слышь. Загорелась техника. Колдует что-то да, там. Да, что-то делает. Че? Эй, животные, что вы там делаете опять? Ничего. Вася, ну тебя-то... The system is not connecting. Че, не видно, что написано? Что the system is coming up. Система подождите. Система загружается, животное. Я понял. Что? В процессе загрузки. В процессе, да. Да, поскольку это BMW, на это может уйти какое-то время. Я не понимаю, а вот вы где шаритесь? Вы даже не обратили внимания, что висит, подготовка. Чего не обратили внимания? Мы под ним прошли, между прочим. Вот именно, не заметив, понимаешь? Ну под ним же колпак мира, да. У тебя есть предположение, как это было сделано? Регулятором? Что-то мне там показывает, что там лебёт. Оп, подожди. Это Гендальф, он колдует. Да. О, блин, прям уж все. Да ну вас. Ну что? А что? Итак, Сантехыч. Специально для Сантехыча, значит, будет использоваться для диагностики дилерское оборудование для BMW говна. Мини-сервис. BMW, ну это BMW и мини, марки, бренд. Что вы, блядь? А, я думал, животничаете. Да? Что тут у нас? Все, огонь. Ну давай, диагностика уже, диагноз, блядь. Диагностика. Кстати, ты давно видел нашего диагноста из 90-х? Я давно, да. Блин, Васян, ну что ты... Вот тут, короче, здесь у Сантехыча секретки не снимает. Секретки. Секретки, да. Секретки покажи настоящие. Чё? Ну чё? Есть чё? Конечно, есть. У нас есть толпа BMW с моторами BMW. С моторами говном, да. BMW с мотором говном. Что говорит? Подождите. А, говорит, подождите, да. Я нажал кнопочку диагностика.
Подожди, а сколько времени? Блин, мы как всегда. Опять 25-3 часа ночи? Время час ночи, мы будем выгадывать. Слушай, я вообще когда-нибудь буду ужинать вовремя? Никогда. Вообще, да. Ну он, блин, тоже всю информацию не говорит. Он сказал, что ехал. Гэндальф бушует, походу, дела. Друзья, я хочу вам сказать следующую вещь. Ну, скажи. Мотор на стол? Братиш, а что обычно тебе... Вот субаристы, что сразу мотор на стол? Понимаешь, вот привычка у них такая. Вот, ну, не ремонтируется у них двигатель. Что сразу приравниваете все автомобили к Субару? Мотор на стол. Друзья, а что мы обычно делаем, когда ошибок нет? Свечки вытаскиваем мотор на стол. Нет, пацаны, давай. Ну, в общем-то, да. Но перед этим давайте-ка, чуваки, выкрутим свечи. Хорошо. А кто из нас субарит? А у кого самые грязные руки? Давайте посмотрим руки. Давайте кинем камень, ножницы, бумагу. Не-не, подожди. Ты не хочешь пооткручивать свечи? Нет. Ты же волшебник. Илюха, сделай так, чтобы все отвернется. Камень, ножницы, бумага, да? Не, у кого самые грязные руки? Если бы сейчас с нами был Котофей, он сказал бы «В бой!» И начал бы ссать на колеса. Он уже поссал на эти колеса, причем такой струей. Вот. В прошлом, это не Котофеевское было. А, нет? Это не Котофеевское. Нет, это лужа с БМВ говно. Это БМВ обоссал. Ладно, что, давайте свечи выкручивать. Есть у меня подозрение, что как бы там. По-моему, амбре. А, так давайте, что? Давай. Я в таких моментах, в такие моменты радуюсь, что я электрик. Да? Да. Я не понимаю, что ты сейчас делаешь? Колдует. Парни, у меня в Субару нет такой штуки. Что это? Это осьминожка. Ты оторвал ее, что ли? Сантехыч, привет. Сейчас откроется истина. По-моему, твоему мотору пришла маленькая, творческая. Ну, вон там, вон, сбоку такая волосатая появилась, как это называется? Мохнатка? Мохнатка. Мохнатка. Не, я тебе отвечаю, мохнатка. Да вон волосы растут, смотри, сбоку у мотора. Чё? Ты бредишь? Где? Сейчас мы свечку вывернем и поймем. Кто из нас бредит? Ну и чё? Мне так кажется... Подожди, сейчас не видно нифига. Чё-то здесь какая-то печаль, по-моему, на свечке. Она вся в антифризе, в бензине и в каком-то... А есть эмульсия? Походу дела нету. Нету эмульсии. Эмульсии нет. А шуб? Сухая крышка. Шуб. Шуб. Ну, что-то где-то ништякос, да. Эмульсии масло, нет. Масло, короче, темное очень сильно. Ну, масло-то понятно, это же BMW, да, понимаешь, да, он его не менял, наверное, 100 лет уже. Это же сантех. Слушай, давай еще остальные открутим, посмотрим. Ну, да, а что делать? Надо остальные выкручивать. Позитивчик. Надо пробку только закрыть. Пробку. Чпонь. А, смотри, кстати, это, по-моему, фейковая пробка от BMW. Нет Кастрола? Нет Кастрола, нет BMW. Не знаю, может, они поругались все время, не знаю. Может быть. Может, пробка новая. Это тебе не Субару, Васян, тут все просто. Угу. Ну, чё? Ну? Это, наверное, самая лучшая свечка, которую мы достали. Ну, ну и, в принципе, такими свечами только в курке даться. В курке даться? Ну, субаристы вообще. Смотри. Да, беда вообще. Удивительная тема. Ну, волшебник. Страна должна знать своих героев. Короче, мотор на стол. По ходу дела, да. Я думаю, что теперь нам на самом деле какие свечки классные. Их больше нет. В общем, теперь мне кажется, что Сантехыч, ребята, должен нам каждому по смесителю. Да, и по 3 стояка. Да. Главное, чтобы он по 3 стоякам-то не стучал.
Друзья, а у меня есть вопрос. Кто позвонит ему и, так сказать, донесет радостную новость? А мы сейчас с ним по громкой связи поговорим. Давай. Может быть, сначала ему что-то скажет Васян, что будет интересно. Что там, 9, что Борис 0, звонит сантехничу. Сейчас мы ему подготовим. Да, пожалуйста. Друзья, вы присутствуете при уникальном моменте. Значит, это три чувака приговаривают владельцу BMW сантехничу двигатель. И мы все это будем чинить всего-навсего за три смесителя и парочку стояков. Алло. Сантехач. Вот здесь... Вы сейчас будете участвовать, так сказать, в прямом эфире практически. Сейчас на громкую связь включу. Да. Включаю. Да. Вот, Сантехович на громкой связи. Сантехович, а много... 930993. Это хорошо. А у вас есть, случайно, нет ли у вас, случайно, на складе между крестовинами фановой трубы, смесителями и коленами для унитазов двигателя на BMW? Вот мне сейчас только что был звон, но скажу, что двигателя нету, к сожалению, нету. А двигатель умер, да? В общем и целом, да. Это, конечно, печаль. На свечах там антифриз, да. Короче, мотор на стол. Мотор на стол, да. И как ни странно, парни хотят от тебя стояка. Три. Три. Каждому. Только не стучи по стоякам. И три смесителя. Дай стране стояка. Мы стояк организуем, это не проблема. Можем и три стояка организовать. Чего, три дырки? Какие дырки? Три дырки? Не, Сантехович, повтори, пожалуйста. Нет, что? Сантехович дырки не делает, он делает только тепло. Я говорю, что нужен стояк, мы организуем стояк. Можем и три стояка организовать. А, три стояка организовать? А-а-а. Ну, вам теперь конечно нужен хороший стояк, чтобы заработать на новый двигатель. Мне теперь надо что-то очень хорошее, чтобы заработать на новый двигатель. Да? Например, протопить тайную комнату секретного гаража в Купчино. Где увеличивают головки. Где увеличивают головки. Надо открывать кабинет за зеркалье по-любому. Да, я бы торопился, а то Васян уже взрывает двигатель. Субариста не такие, им побыстролял, мотор на стол. А Сантехович не подъедет, кстати. Есть что вентиляция? Да, он уже сказал. Вентиляции ничего нету? Кстати, очень хорошая. Ну, достойная вентиляция, но есть, да. Слушай, есть что-то. Сантехович, все плохо. Да, короче, все плохо. Да. Все плохо, Сантехович. Двигателю пришел. Пиздец. Ну, в любом случае надо что-то делать. В любом случае. Ну да, как минимум ты можешь начинать искать машину. Короче, BMW говно. BMW говно, это по-любому. Вот. Ну ладно, Сантехович, пока мы тебя все дружно целуем. Ждем тебя со смесителями и стояками. Я тебе свечку поставлю. Тебе сварит свечку. Подожди, Вась, убери, пожалуйста, переноску оттуда. Ты не увидишь, но я сделаю это за тебя. Аккуратненько. Братиш, там была моя трещотка, ты что? Братиш? Пусть покоится с миром вместе с трещоткой. Ну, все. Пойдем к Гелику сходим? Зачем? Зачем? О, нифига, Субариста вскрыла. Слышь, ты только мотор не снимай. Это не нравится. Что? Тут холодно, Вы чокнутые, ты соляра, ты чокнутый Субарист. Я не знаю, что теперь делать. Теперь, в принципе, можно уходить. Зачем? Поджечь BMW? Нет, завести гелик. Упс. Не, ну давайте валите за бензом, что. Ну, поехали. Давайте, пока, чуваки. Пока. Слышите, а вы куда за бензом-то? Далеко? А что, есть бенз здесь? Я не знаю. Ну, как раз как бы что-то знаю. Я просто к чему? Кофейку мне купите, чуваки. Не, пошли, поехали за бензом. Давайте, купите кофейку. Ты хорош, кофеиновый, ты человек. Давай, шевели солярными булками. Животное. И Васян, я все вижу. Что скажешь, дядя Вов? Надо, блядь, почистить их, вон какой нагар, блядь.
Да, дядя Вов, я буду звать вас капитан очевидности. Ну ладно, че. Согласись, BMW говно. Да говно, конечно. Вот, а дядя Вов не даст соврать. Ну пиздец, в зазеркалье. В чистилище. А там, кстати, гелик стоит. Вон еще сколько BMW там можно поставить.